Всем привет, ребята! В этом ролике мы узнаем, как зять, смелый зять, отобрал старый ЗИЛ у тещи. Дело в том, что у тещи на заднем дворе хранился ЗИЛ, который она не использовала. ЗИЛ гнил, а смелый зять и активный зять, он пришел, отобрал, схватил в охапку этот ЗИЛ, унес к себе в гараж. Ну или увез, кому как нравится. И сделал из него супер тягач, который можно использовать на северах. И также приделал фары от другой машины на этот ЗИЛ-131. И что в итоге получилось, мы сейчас будем узнавать. На северах особые условия и требования мужиков и водителей к своим машинам. Там на неведомых дорожках, на зимниках глубокая колея. Но бывает и без колеи. Просто дорога неровная, скользкая и при этом узкая. Две фуры могут не разъехаться и соскользнуть друг другу в бока. Или для того, чтобы избежать такого развития сценария, северные мужики нанимают водителей и делают совместные разработки грузовиков и тягачей. Но еще отбирают их у тещ, которые плохо обращаются с ЗИЛами. И это не только КАМАЗы, но еще ЗИЛы 131 с колесами односкатными, формулой 6х6. А бывают даже и Урал Next. И бывает Урал со старой кабиной тоже используется в этом деле. Но здесь речь идет про ЗИЛа. Особенная разработка. Вмонтировать фары от другой машины. Вот ЗИЛ здесь в начале тюнинга, посмотрите, какой он был. И в конце тюнинга. Выхлоп сделан по феншую, все как надо. Бамперы и колеса еще были стандартные. Мотор МЗ-236 установили сюда мужики и водители. Кабину увеличили в длину и ввысь. В ней можно встать. Получился ЗИЛ-троттер. Ну, как Volvo Globetrotter, также ЗИЛ-троттер. Коробка тоже от Mazda, кстати. Улучшены крылья. Их сделали красивее. Кабина покрашена в темно-зеленый металлик. Выхлопня труба сделана как на Америке. Бампер красивый, тоже как на Америке. А фары от другой машины. Кто знает, от какой машины, напишите в комментарии. Потому что я не понял, от чего здесь фары. Красивая решетка-сеточка добавляет дизайн тягача красотой. Колеса внедорожные с полкой от трактора какого-то. Кстати, напишите, от какого трактора. Или, может, от прицепа какого-то. На крыше три американских огонька, петушка от Америки. И две фары сверхдальнего света. Также приклеена интересная надпись на капоте. В кабине приварен поручень для удобства входа в кабину и залазания в кабину. На капоте установлены огоньки для лучшего понимания габаритов авто в темноте. В итоге получили классный и практичный грузовик для бездорожья и зимников севера. Я, кажется, понят, от чего приделаны фары на этом тягаче. Подтвердите мои догадки в комментариях. А также напишите в комментариях, что написано там на капоте, потому что я не смог разобрать. Всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, заходите на канал на Яндекс.Дзен обязательно, и там читайте эту статью. Всем удачи, всем счастья, да пребудет с нами сила!